Здравствуйте! Ни одна зрелая леди не откажется от провожающих взглядов на улице, театре и даже в офисе. В свои 50+ хочется еще большего восхищения со стороны окружающих, ведь к этому возрасту вкус женщины уже сформирован и образы отточены до мелочей. Правда, в эту отлаженную систему стиля стоит периодически вносить изюминку, трендовую одежду и аксессуары. Она поможет удержать эпицентр внимания и получать еще больше комплиментов. И мы знаем 4 вещи на холодный сезон 2020, которые точно стоит примерить моднице со стажем. Брючный костюм нежного цвета. Об идеальном брючном костюме мечтает любая женщина, ведь он помогает создавать совершенно разные образы, меняя верх или низ комплекта. Так, модный блогер из Барселоны Раэс Торрес предпочитает мягкие образы природной гаммы, от нейтрально-бежевого до аппетитного карамельного. Необычный формат и оттенок костюмов должны сочетать в себе женственность и удобство. Соблюдайте рамки элегантности, правильных пропорций и индивидуального стиля. Как раз то, что нужно для гардероба зрелой женщины. Элегантное пальто. Женщины, одетые в роскошное пальто насыщенных оттенков, всегда заставляют взгляд немного задержаться. Хочется уловить малейшую деталь образа и выделить каждый нюанс. Возьмем, к примеру, испанскую модницу Патрицию Касарини. Ее стиль строится больше на классических вещах вроде платья-рубашки, просторных брюк, блейзера и, разумеется, пальто. Тот самый правильный предмет верхней одежды, который всегда играет только в пользу женщины. Цвет и длина может варьироваться как угодно, лишь бы это соответствовало вашим формам и подчеркивало фигуру. Три. Кожаная юбка. Кожаная юбка всегда притягивает к себе восхищенные взгляды противоположного пола. Если вам хочется быть более заметной и привлекательной, то не упускайте из виду этот материал. Стильный образ всегда можно составить из простых вещей, но с нетрадиционными штрихами. Модный блогер из Англии Рената Джаздык часто вписывает кожаную юбку в свои уличные выходы. Накладные карманы, кокетка и запах по диагонали – делают модель невероятно эффектной и колоритной. И даже в свои 50+, вы будете в ритме современных трендов. Ботильоны на устойчивом каблуке. Куда женщинам без каблуков? Они и роста добавят, и утонченность подчеркнут, и выразительность усилят. Важно найти удобный формат обуви для долгих прогулок и незабываемых встреч. И снова испанский блогер, но уже Маргарита Аргуэльес. Довольно стильная дама, которая умеет работать с подборкой нюансных оттенков и создавать совершенные образы. Решающей основой ее гардероба является обувь на каблуке. Наглядный пример – ботильоны уравновешенного серого цвета. Мыс имеет слегка закругленный нос, что в свою очередь не выйдет из списка актуальных тенденций, а цвет гармонично дополнит не один стильный образ. Отыщите свою идеальную пару ботильонов и уверенно генерируйте модные идеи. А вообще, носите то, что вам нравится. И будьте счастливы. Пока!
ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы увидите еще много интересного в ближайшее время. До свидания!